Любой путь, любое направление в развитии человека имеет принципы. Один из принципов – это безупречность. Безупречность, которая связана с концентрацией. Концентрацией силы, концентрацией энергии, концентрацией внимания. И по действиям, которые совершает человек, можно увидеть, что для него самое важное, что самое нужное для него и что находится выше по степени важности и ценности для него. И многие этого не осознают и могут говорить одно, а на деле и в жизни могут делать и совершать совершенно другое. Человек не осознает, но по делам человека можно увидеть, каким путем он идет, что для него важнее и ценнее, и куда он реально направляет свое внимание, энергию, силу и свою жизнь.